Доброго здоровья вам, друзья, всем вашим родным и близким. С вами Лохматая Душа. Ребята, добрые вести пролетают, мгновенно согревая наши сердца. Но на смену им опять приходит боль, опять приходит напряжение и опять приходит тоска в собачьих глазах. Сегодня, ребята, у нас двое. Это Туман и Барик. Туман. Ведь у кого-то он жил, кого-то любил. А когда случилась беда, его просто привезли и бросили у нас под забором. Пес поскуливал, помахивал хвостом. И только когда мы его отвязали и повели с собой, мы заметили, что он прихрамывает на лапу. А когда отвезли ребенка в клинику, чтобы убедиться и отбросить все сомнения, оказалось, что у него бедро в смятку и перелом старый и уже почти сросся. Вот это страшно, ребята. Ведь его видели наверняка, когда он лежал, когда плакал. Почему же не помогли ему сразу? Он добрый, ребят, ласковый. И смотрит на вас такими глазами, что душу переворачивает. Ребята, правило лохматой души. Сначала помочь, а потом просить помощи. Это правило лохматой души. Я не знаю, как живут другие приюты, я никого не сужу. И ни с кого не беру пример. Я иду по жизни так, как считаю нужным и как направляет меня Бог. Для меня главное сначала помочь животному, спасти, а потом решать бытовые и финансовые проблемы. Перед вами Туман, ребята. Замечательный, чудесный пес. Его уже прооперировали. Как всегда, ребята, в нашей ситуации в долг. Операция обошлась в 18 тысяч. В отношении Тумана мы знаем цену операции. Сейчас мальчик находится на реабилитации. Заодно мальчишку кастрировали, чтобы снять напряжение, гормональный фон. Тогда быстрее заживляется рана. Но ему предстоит еще одна операция, ребята, через месяц для снятия пластины с бедра. Это новости, ребята, по Туману. Возможно, вы устали от боли. Да почему возможно? Я знаю, что устали. Но, ребята, кто, если не мы? И я обращаюсь к вам и надеюсь только на вас. У меня никого нет, кроме вас. Так же, как и у этих ушастых, что за моей спиной. Вы, ребята, наша жизнь. Вы – лохматая душа. Люди с лохматым сердцем. С добрым, с милосердным. Благослови вас Бог, ребята.
А следующий наш герой – это Барбарик. Его нашли на обочине, где он лежал в кустах. Жарко, и он вывалил язык. И кто-то добрый даже поставил возле него стаканчик с водой. Но он не вылезал. Он лежал там сутки. А потом мне позвонили и спросили, могу ли я помочь. И мы поехали. Мы забрали Барбарика с того же самого места, где он лежал. Как оказалось, у него ранена была передняя лапка. Но кроме этого, ребята, он был обсыпан клещами, и у него был пироплазмоз. Да, он весело махал хвостом, но когда мы взяли анализ, кровь оказалась как вода. Оперировать его было очень опасно. И тем не менее, когда увидели снимок и увидели проволоку, переломавшую ему пальчики, рискнули, сделали легкий наркоз, чтобы просто удалить проволоку. Барбарик перед вами, ребята. Удивительный пес. Небольшой, ласковый, добрый. Сначала его побаивались, потому что он порыкивал от того, что больно. И тем не менее, ему удалось помочь, ребята, тоже. А вот цену за Барбарика я вам сейчас не скажу. Я еще не уточнила. Но я не думаю, что она будет дороже, чем у Тумана. Ребята, клиника Баркова, она чудесная клиника. И хирург там от Бога, потрясающий, Сергей Барков. Благодаря ему выживают наши животные. Благодаря его сердцу и золотым рукам. Благодаря его отзывчивости, милосердию и состраданию к окружающему миру. Мы должны в эту клинику 460 тысяч. Ребята, это огромные деньги. И тем не менее нам продолжают помогать. Со скрипом уже. С небольшим укором. Как будто это ему стыдно, а не мне должно быть. Врачу стыдно попросить деньги за свою работу. Ребята, это вызывает какую-то тоску внутри, в груди. Жгет даже. И стыдно, и больно. Привозя туда собак, ребята, мне больно также. От своей беспомощности, от своей неспособности, что ли. Мои хорошие, это только два ролика перед вами. Вернее, два сюжета в одном ролике. Это я уже заговариваюсь, извините. Но у меня еще сейчас есть поломанные. И следующий ролик будет также о поломанных, о следующей боли. Ребята, я надеюсь на вашу помощь. Я умоляю вас. Я всем сердцем прошу вас. Помогите. Прошу вас, мои хорошие, помогите. Всем сердцем заклинаю, люди, ради всего светлого и доброго в этом мире, помогите, помогите лохматой душе.